Посетители культурно-развлекательного центра «Империя» задержались с наркотиками. При личном досмотре у молодого человека были обнаружены три бумажных свертка с травянистой массой зеленого цвета. Экспертиза показала, что это марихуана общей массой 7,8 грамма. 27-летний муромлянин ранее уже привлекался к уголовной ответственности. За незаконное хранение наркотических средств ему может грозить до 3 лет тюрьмы.